Свой мотоцикл Иван приводит в порядок в ускоренном режиме. Гонка уже на носу, а железный конь, по словам спортсмена, готов всего процентов на 40. Нужно зашиповать колеса, разобраться с двигателем. Для гонщика это первые старты после возвращения в Сибирь. Последние несколько лет он выступал за башкирские команды. Но кризис спидвея коснулся не только Новосибирска. Если там проблемы только с финансированием, то у нас еще и с техникой. Многие запчасти приходится покупать за свой счет. С техникой вообще проблема. Сейчас приехал, за неделю гонки готовлюсь. И вот сейчас первую тренировку выехал, как бы там мотоцикл рассыпает, сейчас потихонечку, быстренько за сегодняшний день его скомплектуем, чтобы проехать. В финал надо попадать. Выступать на треке должен был еще один новосибирский гонщик, но не прошел по возрасту. Данилу всего 14, и трековая комиссия не допустила его к заездам. Так что первые ледовые старты для него пока откладываются. Есть время для тренировок. У Данила в мотогонке вовлечена вся семья. С мотоциклом сам управляешь или кто-то помогает? Папа механик. А, то есть тебя папа привел этот вид спорта? Почему? Или ты его? Я его привел посмотреть и начал записываться. Записался, потом папа пришел. В первых стартах сезона новосибирцы остались без медалей. Теперь надежда на юниоров. За выход в финал они поборются на этих выходных. Заезды пройдут на мотодроме ДОСАВ.